Наконец-то настало время, которого с особым нетерпением ожидают школьники. Впереди 3 месяца каникул, 90 дней беззаботного отдыха. А вот для взрослых в это время года забот прибавилось. Скажите, сколько у вас в лагере сегодня детей и до каких пор вы будете? Вообще у нас в лагере 100 человек. То есть у нас каждый день, мы думали, что даже в субботу там будет, может быть, меньше детей, нет, у нас каждый день посещает лагерь 100 человек. Смена у нас длится 18 дней и предполагаем лагерь закрыть где-то, ну, числа 26-го закрытия. На школьном дворе и в самом здании стоит детский гомон. Старшие школьники занялись разбивкой клумб и высадкой цветов на пришкольном участке. Мальчишки и девчонки помладше играют в мяч, опять же в сопровождении старшеклассниц-вожатых. В первой школе это уже традиция. Так большой школьный коллектив становится дружнее и сплоченнее. Ребят, скажите, рады, что наконец-то каникулы начались? Да! Чем предполагаете в лагере заниматься? Играть, гулять. И у нас тут очень дружно, да? Все дружные, все хорошо общаются, нам очень весело. Это лучше, чем дома сидеть. А в актовом зале школы собрались те, кто сегодня на концерте открытия смены будет радовать сверстников своими талантами. Малыши стараются четко повторить танцевальные па, веселые песенки про утят. В первой школе работают 4 отряда по 25 ребятишек разного возраста. 18 дней июня, в том числе суббота, дети будут заняты играми и конкурсами, спортивными состязаниями с 9 до 15 часов. За это время они 3 раза сытно и разнообразно поедят. Сегодня у нас будет проходить открытие лагеря, плюс спортивные эстафеты, поездки в кино, в бассейн. Ну, плюс у нас сейчас очень много времени займет дорога в 8-ю школу, когда мы будем туда ходить кушать. Поэтому, как бы, я думаю, что библиотека нас приглашает постоянно. То есть я думаю, что как бы у нас будет достаточно насыщенно. Мероприятия на лагере. Для работающих родителей такая организация досуга детей, оставшихся в городе, настоящее спасение. Не нужно переживать, с кем оставить и чем занять ребенка на каникулах. К тому же пребывание детей в пришкольных лагерях абсолютно бесплатно.